Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант Вторжение. Отличная выдержка. Ну что, у нас есть выбор. У нас очень много второстепенных заданий. Мы можем выполнять, в принципе, их, а можем идти на основную сюжетку. Так, 4 очка. Так, мы хотели прокачать вот так вот, да? И еще 2 остается. А что у нас там? Бойцы сохраняют этот эффект, даже когда находятся далеко от ультры. Значит, мы так и сделаем. Здесь вообще все по нулям. 300 стоит, мне вообще не хватит. Деньги тут как вода, улетают только шорох. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас за задание. Активные вулканы, непроходимые горы и озера раскаленной лавой. Почти вся поверхность этой планеты, где нет воды и в жидком состоянии, изрезана лавовыми реками. Местные шпионы утверждают, что обнаружили неподалеку стервятников. Это центр оперативного управления наземными силами. После уничтожения командного центра они больше не смогут получать приказы. Осторожно, возможно, вам придется сдерживать контратаки врагов. Уничтожить командный центр противника. Хе-хе-хе, давай попробуем. Уничтожить командный центр противника, ну и контратаки постоянные, блин. Постоянные контратаки, это, конечно, плохо. Так, ну что, я возьму, наверное, вот так вот сделаю. И все. В плане, я вообще один. Блин, ну одному-то вообще как-то не солидно. Эдвардс. Ага, они после себя оставляют мины. Ну да, как было сказано. Ну разве тут можно, ребят, ну как-то вот, я не знаю, справиться своими силами? Нет, конечно. Давай, ребят, встаем сюда. А у них какой радиус-то, интересно? Нормальный у них радиус. Поставь сюда чуть поближе. Такая довольно противная миссия. Где-то база у них здесь недалеко должна быть. Потому что раз они здесь кружатся, вертятся. В плане тупик. Фай-фай-фай. Опа, вот это уже пригодится нам. Да, тут вулканы. Ну, в принципе, одной-то нам проще здесь пробежать. Вон, кстати, еще. Стоп, стоп, стоп. Пускай прогорит. Успели. Здесь патруль где-то бегал, да? Я видел их. Да откуда же вы постоянно беретесь-то? Ну, ё-моё. Да, тяжело, конечно, тут. Вообще непонятно. Выходит просто из экрана. Так, сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы возьмем, наверное, вот эту жабу. Она довольно неплохо себе показала. Да ты серьезно, что ли? Так, иди сюда. Так, мне надо... Что мне надо, блин? Блин, я... Такими темпами... Давай, давай, уничтожать этого робота.
Не робота, а меха. Жмех. Ну, явно они где-то там впереди находятся. Не здесь. Возьми, наверное, железного десанта себе. Дебута! Погнали. Тихо, обходим. Где-то же здесь, да? Где-то здесь, вот. Да ладно. Так я уничтожу, все равно он отстроится, ведь так? Сваливаем. Сваливаем, сваливаем, говорю. Естественно, и за мной бегут. О, а у нас-то что там за заваруха-то? Блин, некогда. Десантура. Так, у меня накопилось еще, да? Возьмем летающего меха. Блин, у меня не хватает. Ауч! Они тут с разных сторон напали. Так, иди сюда. Сейчас мы их будем здесь нагревать. Ну что, мы с этими отбились, да? Нас предупреждали, что мы будем тут потихонечку получать. То есть, ну, как бы готовься к контратакам. Я был готов. Такая довольно неприятная миссия. Постоянно приходится отступать. Отлично. Неуязвимку ставим. Неуязвимость сейчас закончится. О, валим отсюда. Ну так невозможно, друзья. Их слишком дофига. И опять же здесь они откуда взялись. Ну откуда вот они здесь взялись? Непонятно. Вот отступаем. Они сзади вон бегут. Еще и здесь появились. Так что там, блин, кто там такими залпами-то, блин? Ракетчики, кто еще? Что, моего меха завалили, да? Нет. Лучше вот этого, наверное, возьмем. Ну что вы вот стоите-то, ну ё-моё, ну... Да чего же вы тут, эта вот механика тупорылая, что не видит он? Кто там стоит, блин? Типа, знаешь, это туман войны, блин. По идее, вот эта башня, она должна залечь сейчас. Я прокачивал у нее отхиливание. Почему она не работает? Непонятно, опять же.
Десант мой расфигачили, да? Да вы-то стойте здесь. Как вот там, вот как ты предлагаешь, чтобы я там прошел мимо них? Я не знаю. Блин, ну как он еще медленно идет, а? Основная, блин, боевая техника и идет еле-еле. Моя суть, наверное, вот все-таки забомбить эту базу, ребят. Ну где робот-то? Макарек, еле... Ну не робот, мех. Короче, попробуем сейчас, ребят, завалить базу. Полностью будем концентрировать огонь на ней именно. Есть! Да, значит, я был прав, что надо было все-таки уничтожать эту базу. Ну, друзья, вы увидели, в те разы, ну, никаких шансов не было. Просто мобили с третьей или четвертой попытки только мы сделали это. Так, кредиты, очки техников. Одно очко техников есть. Тут, ребят, можно прокачивать еще, видишь, скачать время перезарядки счета с 25 до 22 секунд. То есть можно дальше прокачкой заниматься. Так, вот это что у нас? Увеличивает запас здоровья зданий. Позволяет мортире обстреливать поле боя кластерными снарядами. Я не знаю, что за кластерными снарядами. Но можно посмотреть. Открывает возможность строительства оборонительного комплекса командного центра. Вот это, конечно, прикольно. Хотелось бы глянуть, что за оборонительный комплекс. Ядовитая бомба. Убейте 200 темных империев. Пройдите 4 спецоперации. Так, и уничтожьте 100 единиц бронетехники. Я уничтожил только 38 единиц. Есть еще, ребят, задание вот тут вот. Эта планета настолько холодная, что поверить в ее обитаемость непросто. Из-за активности магнитных полюсов радары на этой планете работают неправильно. Здесь РАД стали сильнее. Это центр оперативного управления наземными силами. После уничтожения командного центра они больше не смогут получать приказы. Осторожно, возможно, вам придется сдерживать контратаки. Уничтожьте командный центр... Опять? Ведь только что же уничтожали командный центр, блин, противника. Теперь на этой планете, на ледяной, да? Та же самая Петруха будет. Окей. Так, почему этот сломан? Надо его починить. Так, внизу все тихо, значит, они будут идти сверху. Блин, это не имперцы эти. Так, у нас можно еще один отряд взять. Так, пойду пока на разведку сбегаю. Один. Одному просто мне тут немножко будет попроще. Если что, и убежать, там подобное. Напоминает мне этого Протоса из StarCraft. Наверное, где-то здесь будет база их, да? Захватить просто мне нужно вот эту штуку. Они все побежали на мою туда, да? Понял. Пока они туда бегают, я... Блин. А как ее взять-то? Дополнительную единицу-то как взять? Отлично, там справятся они. Вот здесь что ли бежать надо? Ауч. Да что-то этого не подбило, что ли?
Вот она, одна единица, ребята, дополнительная. То есть два отряда, сейчас будет три. И здесь уже тупик. Ну вот здесь можно забраться. Так, вот он взялся просто из ниоткуда. Да пускай бежит. Пока не вижу, ребята, базы. Давай, 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 валим его. Фай-фай-фай, погнали. Сейчас посмотрим, что у нас тут. А вот, ребята, и база их. Пускай взорвутся на минах. Так, вдребезги. Достаешь? Увидели, увидели, увидели. Так, ну что? Давай, ребята, поднапряглись. Хотел сказать, потихоньку разбираем. Ну, этого-то. А он, наверное, успевает залечить. Нет, ребята, на базе, я смотрю, не восстанавливается здоровье. Но отнимается здоровье у меня. То есть башня еще и отбивается, ко всему прочему. Так, отобьется, да? А что если мы этот отряд... Он добежит, как думаешь? Без проблем. Так, вот сделаем. Пускай у нас будет две здесь башни стоять. И отряд я могу здесь заказать. Пускай он летит тоже сюда. Сейчас мы здесь соединимся всем. Он летит, ему пофиг на все, он через верхушки пролетает. Вот так вот. А теперь давай потихонечку двигаться. Отойдите. Стреляет, все стреляют, все стреляют. Да в плане, блин. Давай, 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 родные мои. Тут надо-то эту базу уничтожить, да и все. Ну, Вот и все. Так, у нас уровень получила наша девчуля. А раз уровень получила, значит, у нас есть одно дополнительное очко, которое мы можем потратить на ее улучшение. Так, ультра, плюс один уровень. Плюс один уровень. Каждый выстрел увеличит урон ближайших союзников.
Так, каждый убитый враг рядом с, позволяет им дольше сваться на поле боя. Ультра не может погибнуть, пока под его здесь находится хотя бы один союзник. Ничего себе. Каждый выстрел отбрасывает противника назад. Давай, допустим, сделаем... Нифига тут столько миссий этих. И дополнительных. Ладно, пойдем, наверное, сюда уже. Мы обнаружили мощный флот РАД над Хиром-1. Их сил хватает для захвата всей планеты. Там у Федерации расположена база на побережье, которая долгое время была заброшена. Ее можно попытаться восстановить, и тогда РАД не сумеет захватить Хир-1. Постройте укрепление и выдержите атаки РАД. Ну что же, это будет жесть по ходу дела. Нам нужно отбить атаки РАД, укрепиться. Ё-моё. Все то, что мы так не любим. Уничтожьте первый флот РАД и пилотов. И пилотов, да? То есть летающие здесь будут. Твою налево, это тут слишком песчаная буря. Тут еще, по ходу дела, надо ставить лучи лазерные, естественно. Так, защищать свою базу от наступающих войск РАД. Теперь они оттуда, что ли, будут идти? Так, сколько у меня? У меня 3 отряда есть. Мне не хватает минералов. Бегут. Так, бегут со всех щелей, так скажем, да? Так, 80 и 90 нужно. Я, наверное, возьму этого бомбометателя за 80. Вот, жабаниту. Еще даже мы сделаем вот так вот. Нет, 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 не сюда, вот сюда. Нет, все-таки пускай здесь стоит тогда. Фиг с ним. И там пойдет отряд. Так, ребята, держимся. А мне здесь ничего не надо же искать. Чисто просто выстоять, да? Так, перейди сюда лучше. Кто их залечивает? Я вот этого не могу понять. Кто их там хиляет? Штурможаб. Так, в тяжелой броне вооружен тяжелыми энерго... пушками. Так, это отталкивающе, это я не хочу. Давай, наверное, я возьму меха. Технолодж. Просто хочу полетать, посмотреть. Может быть, что найдем здесь. Фига у меня эта пушка бомбит. Так, ничего тут нет, короче. Хотя нет, вон, ребята, их база. А вон там, кстати, и есть возможность юнита нам получить одного. Давай-ка я здесь захвачу его.
Обнаружен воздушный флот РАД. Отразите нападение. Теперь у меня 4 отряда можно ставить. Так, этого я поставлю сюда. Пускай он здесь будет на оборонке стоять. Так, еще не хватает чуть-чуть. Куда ты побежал, эта дуруха? А там-то подбил? Ну, сейчас подобьет уже почти. Почти, ребят. Куда же ты бежишь-то? А если я еще поставлю себе сюда жабаненка, будет же вообще круто. Будет круто. Если мы выживем здесь, будет круто. Уничтожьте наступающие войска РАД. Ох, ё. Как ты долго свою пушку тут разогреваешь, а? Надо здесь их прикрыть. Ой, фига, он уже ходит, как все дома. Наземные цели не трогайте. Теперь уничтожьте флот РАД. А флот РАД у нас находится... Там, да? Если я правильно понимаю. А это еще кто такой? За маленький хлопчик там стоит. Не пойму я. А, может быть, просто отбиться от флота. Все, я понял. Наверное, скорее всего, да, так. Они что, оборзели, что ли? Они уже как тут, у всех как дома. Ты посмотри. Ну... Этому не бывать. Я отстрою, я должен отстроить базу, ребят. Эти там стоят себе, прохлаждаются, блин. Все. Фух, отстояли, ребята. Отлично. Порт на Берич в безопасности. Стервятники сообщили РАД о уязвимых местах. Их больше нельзя недооценивать. Мы восстановим старую линию обороны. Море будет под защитой. Победа. Шикарно. Так, еще одно очко мы получили с тобой. Значит, прокачка. Конечно же, прокачка. Закрыли здесь портал. Опа. Они сюда, да? Вторжение делают. Ну что же, ладно. Так, 60 кредитов, очки техники. Очки техники. Так вот, значит, открывает возможность строительства оборонительного комплекса командного центра. А вот это что такое? Позволяет заводу активировать робота, добывающего этерий. Ого. Слушай, блин, ну я, наверное, вот так вначале сделаю. А тут что еще такое? Позволяет зенитной батарее устанавливать мины. Дает возможность выпускать ремонтного и защитного дрона. Прикол. Так, блин, сколько у нас этих заданий здесь дополнительных? Ну что, пойдем на основной. Подожди, а где у нас основной-то? Вот оно, да?
Мы внезапно потеряли связь со всеми центрами производства Этерия Федерации. Мы больше не получаем от них энергию. Недавно нами был обнаружен приближающийся к планете флот РАД. Если РАД захватит все местные месторождения Этерия, планеты в этом секторе останутся без энергии для защитных систем. Захватите все месторождения Этерия. Под вашим контролем всегда должен быть хотя бы один завод. Вот, наверное, первая проблема в том, чтобы сохранить завод. Слишком, наверное, будет много на нас атак. Причем с разных сторон. Очень мало будет юнитов, чтобы сдерживать. Ну, ты держись, как говорится. Поэтому мы и будем держаться. Так. Не хватает. Ладно, я пойду пока на разведку сбегаю. Гляну. Стоит, да? Или кто это? Ага, он его активировал. Да ну, блин, я не успел начать играть, уже все. Со всех сторон, понавыбегали, вылезали. Так, что это у нас такое? Быстро выпускать несколько снарядов. Новые какие-то монстры, твою налево. Расширенного покрытия. Кто там бомбит-то, а? Надо взять железный десант. Поставить сюда. Так, а у тебя. А у тебя как раз нет никакой прокачки. Что это, что это за молекулы тут прыгают? Так, 75, да? Ладно, я пойду пока на разведку, опять же сбегаю. Да кто бомбит-то? Так, десанту придется, наверное, здесь все-таки остаться. Я еще вызову сейчас. Фига он там снарядов выплевывает. Видел сколько? Тюш-тюш-тюш, один за другим. Блин, мне бы вот ремонтного бота бы как раз здесь вообще, ребята, не хватает, короче. И сунуться-то боюсь вперед, потому что не дай боже еще будет. Возьмем тогда еще этих ребят. Поставим вот здесь. Да, у них медленная перезарядка, но очень офигенный дамаг. Так, еле-еле лечится. Хорош. Так, здесь прокачан по фулке. Вот здесь вот надо. Здесь аж три, ребята. Три модификации можно. Вот он, это подрыватель у нас какой-то. Дай-ка я вот сюда поставлю. Ты видишь? То есть мы подбиваем еще отсюда чудило вот это вылазит, что ли? Опа, 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 опа. А вот это вот, вот это вот. Что это такое? Да ты бомби по этой, по установке-то. Что ты бегаешь-то как дура? Эй, биобласт! Сгорела, дура. Ау. Сгорело, конечно же. Погнали. Ну вот же он стоит, ну неужели его никто не видит? Вознаграждение, металлолом. Ребята, помогите вы. Да что ты, ну... Типа вы его не видите, да какая-то фигня, блин.
Все, расфигачили, расфигачили. Пошел я, короче. Давай, с двух выстрелов ты его ушатаешь. Так, вот эту штуку нужно уничтожить. Успеешь? Успел. Фига, она издалека там шпарит. Так, у нас сколько? А, у нас ограничение, у нас два отряда. Ладно, возьмем с собой десантуру эту железную в помощь. Он что, опять подстроил ее, нет? Конечно, построил. Куда в этом стрелять? Я не могу понять, что... Убили, блин. Тю-тю-тю-тю, расстрелял, твою же, налево. Ладно, раз у нас не получается здесь взять, блин. Опа, 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 опа. Чё ж раньше-то не видел. Давай, 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 захватывай. Есть. Так, есть ли там против здания у нас? Вот он. Насколько я помню, он очень хорош против зданий. Ты смотри-ка, они... Давай, давай, ребятушки. Мы к вам сейчас на помощь придем. Так, там что происходит? Там все четко, все четко. Куда ты побежал-то? Видал, как он бомбанул, и все, ребята. И... А мы теперь поставим здесь свою базу. Опа. Так, возьмем, сделаем вот так вот в первую очередь. Вот эту штуку надо, кстати, уничтожить тоже. О, как он хорошо бомбит по ней, кстати. Так, надо вот эти вставить, две штуки. Ну и как ты видишь, враг, естественно, ребята, начинает выпендриваться. Сюда поставим. Кстати, вот это, наверное, мы... А что, продав... А, вот-вот. Вот так вот сделаем. У нее сколько там вообще радиус-то? Хоу, радиус вообще великолепный. Смотри, докуда она достает. А вот здесь... А вот там поставим уже лазерную штуку. Давай, 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 давай по нему. Так, здесь я хотел... Да давай вот так вот сделаем тоже. Все, я пойду потихонечку выдвигаться, гляну. Посмотрю, что там вообще происходит у нас. Может быть, где найдем человечка? Так, стоп. Нам нужно три, да? Я только одну захватил. Опа, человечек. Отлично, ребята. Дополнительный юнит. А как я... Там как-то я должен... Там в обход все, что ли, должен делать?
Давай-ка я возьму, наверное, летающего меха. Поставлю его вот сюда. А лучше, наверное, даже его взять с собой. Так, отойдите, видите, что огонь по вам там шпарит. Этот не может охламон дотронуться до нас. Давай, 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 уничтожай. Ну, есть. Пошел отхил, пошел, 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 пошел. Опа. Ребят, ну эти порталы мы знаем, да? Ну? Хорошо. Так, вопрос в другом. Блин, сюда надо было. Надо было, наверное, все-таки взять. А, у нас они не прокачаны. Я думаю, что проблема-то? Почему они так мало стреляют? Так, где моя девчуля-то? Опа, еще один вижу отряд. Пойду и попробую взять. Так, и на помощь. Вот этих возьмем, красавцев. Ну что, потихонечку пойдем продвигаться? Ох ты, тихо. Заберем. Слушай, может быть, этого взять с собой летающего? Сотка нужна, да? Сейчас потихонечку пройдусь. Ага. Заметили мы его. Даже не успел добежать. Слушай, нормальные жабы с плазменными пушками. Там тупик. Так, давай их сюда потихонечку. Что там опять? Хорош. Захвати, захвати, захвати вот этот Этериум, или как его там звать. Сейчас попробуем здесь их расчесать. Ну, так, может, чуть-чуть, наверное, еще поближе встать. Блин, да там-то что за проблема? А че это он? Что это за обезьяна? Что-то на нее активность какая-то идет. Валим, 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 чтобы он не успел захватить. Отстроить свою базу. Давай, утрочка. Захватим. Внизу еще, да, база будет? Или что? Или не будет? Победа! Хе. Слушай, ну сейчас довольно неплохая тактика у нас была. Командир, похоже, Рад попытались выкачать из наших месторождений огромное количество этой энергии.
Нет сомнений, что они собираются использовать эту энергию, чтобы открыть мегапортал для другого своего генерала. Нам нужно укрепить свою оборону на планете и защитить периметр, чтобы избежать дальнейших нападений. Живее, народ! Империи отправили сигнал бедствия, их лидер вошел в глубокий транс. Защитники Софа чувствуют, темные империи идут за ним. Нужно поспешить, мы должны ему помочь. Фух, найс. Уровень не получили, зато получили одну очку разработок. Если одну очку разработок, значит нам есть куда его потратить. Так, все. Ну ничего себе тут. Три портала, всплески какие-то. Так, технические очки. Тратим, ребята, технические очки на... Вот. Вот, защитного и ремонтного дрона. То, что я хотел. Блин, босс еще не скоро. Потом еще босс. В конце будут, ребят, что-то вообще там аж два босса сразу же. Ну что, друзья, давайте на этой ноте мы сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!